сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще всего красного. Понял, Мисти. Моя ты зайка. Не забывай заботиться о своей ауре. Каждый день ее поглаживай. Не смейся. Это очень важно. Ви, тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Привет, хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дан. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Вы, если не хотите убивать врагов, можете обезвредить их несколькими способами. Смертельные скрипты, гранаты, навигации уже не смертельны. Как скажете. Йоу, мисс Ви. Рад встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30? И если не хочешь сдохнуть в канаве, забудь о спокойной жизни. Не то чтобы у меня есть выбор. Почему же? Я, например, очень спокоен. Но те, кто пытается скинуть меня в канаву, потом очень жалеют об этом. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. И что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. У корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Не проблема. А смертный приговор. Найдите их территорию. Они же нас раскатают. А как иначе, мисс Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило посмертия. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель, сама понимаешь почему.
так что выбор пал на тебя. А что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстрёмовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрёму. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через 3 дня его сместил ближайший друг и сподвижник Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. Что за человек этот Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок, и все. Потом тело превращается в гуляш. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою, а болтом займись уже сама. И еще, мисс Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. Джек, я поговорила с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, за профи сойдет тот, кто разгребет говно за Мальстрёмом и Мелитехом. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрёмовцы его спиздили. А Декс купил, но только не получил, потому что у них сменилось руководство. Слышал. Ройс устроил Брику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. И еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. А не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром. Как наркота для торчка. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Дэк что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс решил отправить меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркер? Я бы сначала встретилась с Паркер. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Орле, тогда я поеду к Whole Foods и посмотрю, что там почем. Hasta luego.